первое упражнение – это приседания, ноги пошире. Приседания до середины, коленки на уровне таза. Руки выходят вперед. Таких приседаний 50. Делается обязательно на скорость. Сейчас 50 раз. Поехали. I am the kid, we are the virus, that's what it is. Nobody can do it like this. We go hard, we go in, we got bars. It's no team from the start. Play to win, pull to fly. Так, дальше у нас 30 секунд отдыха. И делаем то же самое, но до своего предела. Стараемся как можно ниже. Руки работают все так же, все так же мы работаем на скорость. Раз, два, три, четыре. Стоп, обязательно держим прямо, чтобы нагрузка шла на скорость. Хорошо? И 30 секунд. Хватит. До четверти приседания, ноги на ширине плеч. И максимально выпрыгнуть наверх за счет вот этих выше, не за счет волос. И опять сразу же приходим сюда. И делается опять на скорость. Руки перед собой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Таких 100 раз. Подходим 2 минуты, то есть по-хорошему нужно полностью отдохнуть. Мы не на выносливость работаем, да, а на силу. Поэтому 2 минуты отдыха и потом второй подход, также 100 раз. Приготовились. Начали. Для следующего упражнения нам понадобится за что-то придерживаться. Подъем, задержать, потом резко опять, задержать, резко наверх. Раз, раз, раз. Таких 30 раз. На одну ногу, и потом 30. На другую, и потом опять 30. На эту, и потом 30. На эту, и потом 30. Делается обычное выпрыгивание наверх, как на сальто, да? Здесь задача работать на тех. Присели, руки довели, и максимально наверх. И так вот подряд. Делаем 20 раз. Приготовились? Начали. Nobody can do me like this. Для этого вначале можете просто попробовать выпрыгнуть вот так с прямыми ногами, а потом так, не сгибая ног, запрыгнуть на какую-то поверхность. Например, высота вот этой дорожки 30 сантиметров. Да?
для самих красавцев.